огнетушитель 21 века. Состоит он из пенопластовой оболочки, внутри находится порошок Курек 770, который имеет 4-5 класс опасности, что абсолютно безвреден для человеческого организма, для тела, для дыхательных путей, а также для окружающей среды. Да. Автоматически. Просто бросить тут. Да, я вот так. И на этом плюс его тот, наверное, что он без этого долго может. Можете подойти и посмотреть. Шар предназначен также, чтобы на первичном этапе запустить начало возгорания, чтобы потом это не переросло во что-то глобальное. Мы сейчас покажем в отсутствии человека, как шар самоактивирует и на первичном этапе погасит огонь, чтобы в будущем он не перерос во что-то глобальное, чтобы не было большой пожарной катастрофы. Для примера, чтобы вы понимали, мы ставим огнетушитель абсолютно новый, порошковый, по классу, который точно такой же, он весит 5 килограмм, наш шарик весит 1,5. Представьте, не дай бог, никому не желаю, чтобы ни у кого дома такого не было никогда, ни на работе, нигде. Стоит огнетушитель и висит наш шар, и вы увидите, что эффективнее. Это в отсутствии человека. При активации шар издает хлопок до 127 дБ, что не противоречит человеческому слуху. Если услышал хлопок, это уже оповещение к опасности. Это как сигнализация к опасности. Просто понимать. Сейчас вот я налил немножко бензина на порошок. Чтобы вы понимали. Да, чтобы вы понимали. Он сейчас выгорит, просто выгорит и все. Порошок он не дает вообще, он убивает кислород, он не дает распространяться. Вот видите, на стенах, да, корпуса стенда, там порошок. Он даже не имеет свойства повторного возгорания, потому что порошок уже если осел, он не дает огню распространяться. Вот он имеет такое свойство. Вот он сейчас выгорит и все. А просто даже... Вот, это вживую покажем. Сейчас мы покажем то, о чем я говорил, активацию в руке специально, чтобы, повторюсь, нету ударной волны абсолютно. Абсолютно нет ударной волны при активации. Он абсолютно безопасен, не травмоопасен. Порошок, вы увидите, мы будем оба в облаке, даже вы сейчас будете в этом облаке. Он сактивируется и может на вас полететь. Так что не бойтесь, там, допустим, кусочки порошка. Не кусочки, а вместе с пенопластом. Ничего страшного не произойдет. Ох ты! Отряхнулись! Сняли с себя, вот! Ну легко. Чисто отряхнулись и все. Молодец. Абсолютно чисто, да? Видите, Александр? Вот смотрите, просто стряхнули. Не надо ни пылесосить, ничего абсолютно, да? В зависимости от тушителей. Вы же знаете, что такое тушитель. Вот сейчас вы все дышите этим порошком. Он безвредный, да? Абсолютно. Абсолютно безвредный.